Привет, друзья! Давненько я не снимала видео, сегодня я такая. Но прежде чем показать свой лук, в котором я пойду на работу, я хотела вас спросить вот о чем. Вчера у меня родственница спросила, куда бы ты поехала в Европу в ноябре месяце. Что интересного? Она выбирает между тремя странами – Италия, Франция и Испания. Во Франции я была и один раз, это была весна, там было замечательно. А Италию я посещаю всегда летом. Ну, естественно, летом Италия, это же вообще классное, классное, прекрасное время. И я, конечно, бы хотела и осенью поехать в Италию, я очень люблю эту страну. А вот она тоже была в этих странах и теперь думает, стоит ли ехать осенью в Испанию, либо же Францию выбрать. Посоветуйте. Я знаю, на канале у меня есть много путешественников, которые в разные времена года были в Европе. Друзья мои, напишите, пожалуйста, где вы были и что бы вы посоветовали посетить в этих странах. Ну вот, а сегодня для вас у меня фраза дня Джонатана Свифта. Это английский сатирик, и у него очень таких много интересных фраз, которые актуальны и по сей день. Как вы считаете? Вот я вам сейчас немножко прочту их, а вы мне скажете, были ли у вас такие ситуации или с вашими родными, или родственниками. Вот он сказал такую интересную фразу: «Вверх лезут в той же позе, что и ползают». Замечательная фраза. Правда же, очень актуальна, по-моему, в наше время. Еще он сказал: «Вы невинны, как дьявол в двухлетнем возрасте». И еще он такой про друзей. Конечно, желаю, чтобы у вас были хорошие друзья, но он сказал: «Помоги себе сам, и друзья полюбят тебя еще больше». Я бы добавила и родственники, бывают такие родственники, да, правда же. Так, еще у него замечательная фраза есть о любви мужчины к женщине. Вот он сказал: «Если бы она ела золото, он бы кормил ее им». Мне кажется, он хороший был сатирик и юморист. И еще напоследок, чтобы не были такие уж с примесью грусти фразы, я хочу рассказать еще одну фразу, которую он придумал. «Дай вам Бог жить все дни вашей жизни». Замечательная фраза. Друзья мои, желаю вам хорошего дня. А вот сейчас я уже покажу лук дня. Дело в том, что у нас еще осталось 5-6 дней таких легких, теплых деньков осенних, без дождей, с солнышком. И поэтому я стараюсь одевать светлые вещи. Белые брюки, голубые брюки, бежевые, такое все светленькое, знаете. И добавляю в эти луки какие-то голубую сумку, бордовую сумку, ну, такие немножко осенние цвета применяю в своих нарядах. А сегодня я покажу, какой у меня такой светлый низ, в общем, показываю. Я сегодня одета в бенетон. У меня вот такая, как это называется, такой свитерок сверху и брюки бенетон, вы уже их видели. Так, поправим, чтобы было это нормально. Так. И это итальянские туфли, где-то, по-моему, это бренд Carvai, если я не ошибаюсь. Я пойду вот так. Еще я осенью одеваю вот этот свитерок. Он тоже белый, и тогда получается монолук такой в белом цвете. И я могу взять эту сумку белую и эти беленькие же туфли. И получается такой белый образ, белое пушистое. Да? А сегодня я пойду вот в этом пиджаке, который вы уже видели. Но когда я показывала этот пиджак, я не одевала его с этим свитером. А сегодня
я хочу вам показать, что этот свитер тоже хорошо сочетается с этим пиджаком. Вот я возьму сегодня эту сумку голубую. И вот такой у меня наряд будет. Здесь голубой, белый цвет, серый и слегка где-то черный орнаментом проскальзывает. Эти тона мне очень идут, я думаю, неплохо будет выглядеть. Я вам не показывала свою бордовую сумку. Бордовая, оказывается, очень хорошо сочетается с голубым. Вот я могу одеть что-то другое, там джинсы другие или что. И вот голубой с бордовым, мне очень нравится такое сочетание. Я как-то не задумывалась, знаете, иногда бордовое там сочетают с черным, какими-то синими тонами, охры, бежевые, да. А вот такие тона я как-то не применяла в своих нарядах. А теперь поняла, что мне это очень нравится. Ну вот, друзья, такой у меня будет лук сегодня. Я пойду вот так. И надеюсь, у вас будет хороший день. Я желаю, чтобы у вас день сложился очень хорошо. Задуманные планы свершились. И вы были здоровы и счастливы. Пока, мои дорогие. Пока. С вами Татьяна. Подписывайтесь. Вам не трудно, мне приятно. Пока-пока.